Денис, а вот эти зубы, это такая фишка твоя, да? Да, это моя фишка. Это не то, что моя фишка, я же это посмотрел. Не, просто этот, обычно она сразу за кайпинг заворачивается, да, а у тебя еще... Это фишка такая, они знаешь, как классно, когда смотрится, когда на стропильной системе. Ой, под наклоном, понял? На стропильной, ага. Бываешь, и они когда под углом, ну, круто смотрятся. Ну? А ровно не так смотрится, а вот под углом. Все по феншую. Работа кипит. Вот стены желоб. Шестнадцать метров желоб. Кровля делается. Погодка сегодня просто замечательная. Люди едут с разных регионов. Парни из Украины даже приехали помогать. 40-й регион. Псковские. С Дальнего Востока тоже здесь люди прилетают. На выходных очень много будет народу. Как-то так.
Ну и вот, ребята, часовня. Я бы хотел обратиться к сообществу Киянка, к тем людям, которые занимаются куполами, шашкой, объемной шашкой. Вот. Приехать сюда, посмотреть. Вот. И сделать здесь красивый купол, возможно, из нержавейки, покрытый нитрит титаном под золото, и сделать красивую часовню. Вот здесь сейчас находится рубероид, он, скажем так, очень-очень, скажем так, печально весь выглядит. Начал зарастать мохом. Вот. Здесь, скорее всего, здесь на него упало дерево. Вот, он поменял свою форму. Надо этот рубероид снять. Выровнять конструкцию. Здесь наблюдаются какие-то грани на куполе. Вот, возможно, сделать с гранями, возможно, круглый. Мы должны посмотреть специалисты. Вот. По окружности вокруг примерно 14 метров. И от карниза до креста 3,5-4 метра. Вот. Смотрите, какое безобразие происходит. Вот. Можно понять, что, наверное, вон там вот север. Вот. Смотрите. Судьба всех крыш из этого материала. Здесь темно, не видно. Поближе подойти. Все мохом. Заросло. Вообще считать такие вещи делать рубероидом. А я мягкую черепицу называю именно рубероидом, потому что это тот же самый рубероид, покрашенный, нарезанный разными кусочками, посыпан крошкой. Вот. Давайте я сейчас внутри покажу. Могу понять, из чего сделаны, ну, здесь журавцы. Вот. Ага, вот середина промятая. Вот трещина даже пошла. Вот. Вот тут надо посмотреть. А наши специалисты по куполам приехали, посмотрели, все. И давайте, ребята, с Киянки. Нас много. Купим, скинемся, купим нержавейку, какие-то материалы и сделаем доброе дело для этого замечательного места, где детишки будут ассоциироваться
как сказать, даже, наверное, не ассоциироваться, а смотреть на это и любоваться. Сейчас здесь идет глобальная чистка леса. Я сейчас пройдусь еще по кругу, покажу вам, что здесь, как. Вот здесь вот озеро. Здесь летом будут лодочки, катамаранчики. Вот, буду детишек катать. Вот. Но сначала весной, когда все растает, сюда приедут дайверы и почистят все дно. Вот. Работы здесь очень много. Очень. Вот сейчас лес чистит, вот собирается сухостой. Вообще, если хотите более детальную информацию по этому объекту, так, не оттуда пошел, то я оставлю ссылочку в описании на канал Саня DIY, который здесь, ну, как организатор всего этого. Надо этот лагерь восстановить. Ну и, конечно же, восстановим. Здесь очень много людей приезжают, помогают. Кто руками может поближе помочь, приезжает. Вот, кто-то там на карту кидает. Кто сколько может. Даже 10 рублей закинете, на эти 10 рублей купят гвозди. Вот. Сколько-то штук, скажем так, саморезов или чего-нибудь еще. Купит продуктов. Накормит тех, кто приехал сюда это все вот очищать, ремонтировать, делать, восстанавливать. На этом объекте нет никакой ни у кого корыстных планов. Именно поэтому мне этот объект очень зацепил. Я приехал сюда делать кровлю, помогать ребятам из мастера кровли. Вот. Вот эти вот домики все, они же очень уставшие. Конечно, фальцевые. На некоторые из них падали деревья. Вот. Ну, уже они сами по себе уже, ну, все, изжили. Здесь вот такой помост есть. Люди сюда приезжают, здесь есть где переночевать. А вот здесь тоже уже все в печальном состоянии. А вот. Не знаю, что. Красиво. Здесь очень красиво. Идемте дальше. Снимаю все на телефон, поэтому за качество извините, если что-нибудь так. Так, вот это вот столовый, как клуб. Ну, он уже все весь полностью практически прогнил. Вот, его тоже будут полностью убирать. Еще раз говорю, здесь будут все фальцевые крыши по технологии двойного фальца. Можно здесь устроить сообщество киянка, сбор здесь, когда здесь все построится, приехать и накрыть все. Вот. Сейчас дойду до той крыши, где мы делали. По выходным здесь по 150-200 человек приезжает. Вот. А в будние дни, сегодня вот понедельник 24,
Сегодня человек 30 здесь. Люди работают, собираются. Сегодня заканчивается кровля. Вот. Стоит форт, который Эльдар подарил Сашке. Кровля фальцевая, естественно. Бюджет, естественно, никакого здесь нету. В основном все собрано через пожертвования. Люди работают все бесплатно, тоже как благотворительность. Поэтому материал оцинковка. Конечно, хотелось бы Урал, что-нибудь такое. А вот. Я сейчас еще на крышу попозже поднимусь, отсниму вам. Вот. Здесь будет, вот сейчас вы видите эти столбы, везде по периметру будет делаться теплый контур. Вот. Утепляться. Вот. Поэтому сейчас мы на фронтоны поставим временные планки. Потому что они, когда будут делаться, будут все разбираться, эти планки. И уже, когда будет конечный результат везде здесь по кругу, вот сделанный, уже, ну, наверное, картинками как-нибудь красиво сделать, уже подсоединиться. Поэтому будет пока временно. Вот. Ну вот, сейчас еще к ребятам подойду. Те, которые здесь непосредственно собирали стропильную систему, утепляли, готовили обрешетку, ну и саму кровлю. Вот. Вот она наша пионервожатая. Яйцо почистили, галстук завязали, хотя у нее здесь свой галстук есть. Пионервожатая. Вот. Видим, букет тоже красненький был. И вот ножка разваленная. Ну, это восстановит все. Ребятки ждут. Вот они. На канале Саши много про них сказано. Да, ребят? Помашите рукой. Привет всем. Да. Ну, на крышу поднимусь и сниму еще там. Ну вот, собственно, и крыша. А вот тут самый Дениска, который у Саши DIY. Везде в роликах. Сань, как попал сюда? Денис. Сам у себя спрашивает, да? Увидел у Эльдара, не остался в стороне, приехал, собственно, и сделал. Как все здесь, да? Как все здесь, да, основная масса. На самом деле я не один здесь. Здесь очень много людей. Приехали, сделали, собственно, вот вы видите, что сделали. Да. Фальцевая кровля по технологии двойного фальца. Металл. Оцинковка, к сожалению. Вот. Ну, качество, конечно, можно сказать, вечное. Спустя какое-то время она, скорее всего, покрасится же, правильно? Да, они будут красить его. Они же в целях экономии, ну, как бы взяли не они, а я посоветовал не профнастилом, собственно, а фальцем закатать, а потом покрасить. И вот. Думаю, в дальнейшем будут крашеные уже брать сразу. Ну да, надо. Потому что так это все глупости, конечно. Обращаемся сразу к компании CSIB. Вот, здесь в будущем будет очень много фальца, вот, возможно, сюда приехать, пообщаться с Сашей, вот, покажет он проект, вот, ну и как-то посодействовать, чтобы здесь все было в самом лучшем полимерном металле накрыто компанией CSIB. Также здесь будут с компанией Delta Dyrkin, они сюда приедут скоро, тоже посмотрят на проект. Вот, и тоже
ну, пообщаются с Сашей и посмотрим, чем могут помочь. Они вот. Уже помогли, в принципе. Да, они уже помогли. Я заезжал в Москву. Они дали пленку, самую лучшую Дельта Макс сюда. Мы ее здесь уже использовали. Вот. Ну и, в принципе, все. Давайте пройдемся по кровле, да посмотрим, что у нас тут получилось. Только что вот поставили колпак. Желоба у нас надстенные. Везде. Кровля напоминает чем-то лужёную медь, да? Ну, цинкетан, наверное, да, вот этот? Ну да, и тоже, да. Да-да-да, цинкетан. На фотографии освещения, особенно от освещения скульптора, кажется, что это цинкетан. Да. Вот. Вон она, Дельта Макс пленка. Вот. Ну вот как-то вот так вот. Постарались, сделали. Сейчас фронтоны будут временной планкой сделаны, как я и говорил. А вот. Так что, друзья, приезжайте. И сами увидите своими глазами все. Пообщайтесь с Сашей. И увидите, какой здесь фронт работы, какое хорошее и доброе дело мы все делаем. Вот так вот. А мы сегодня уже заканчиваем и поедем домой. Всем любви, счастья, добра. Всем пока.